Весело и задорно под музыку оркестра большая колонна молодежи отправилась в центральную часть города. Конечно же, действие это не просто яркое. Впечатляет масштаб парада. Более сотни представителей всех факультетов университета имени Пушкина сплотились в одном порыве. И желание показать горожанам и гостям областного центра, насколько интересная и креативная молодежь учится в ВУЗе. Насколько это творческие и разносторонние люди, которые умеют не только хорошо учиться, но и отдыхать. Мне кажется, это очень важно, потому что действительно тут студенты, молодежь, бок о бок, вместе идут различные организации, профсоюзные, актив БРСМ, активисты просто студенческой жизни. На самом деле тут собрана самая лучшая творческая молодежь. И они идут в едином порыве вместе, показывают, что такой вуз есть. Город наш становится действительно интересным на различные мероприятия. Очень приятно то, что, во-первых, этот парад стал традиционным, и он сегодня в замечательный день проходит, когда в эти дни в Бресте проходят мероприятия по приданию статуса культурная столица СНГ нашему родному городу. Впереди большой колонны отличники учебы, активисты общественной жизни университета. Для каждого из них стать участником парада ответственно и очень почетно. Вообще учеба в университете дает много возможностей. И помимо учебы, когда мы очень сильно заняты и напряжены, это очень хорошая возможность развлечься, познакомиться с новыми ребятами. И вообще это очень интересно, эмоционально. Красивым финалом большого шествия стал концерт, который объединил у выставочного зала на Советской не только юношей, девушек и их преподавателей, но и всех тех, кому интересна культурная жизнь города. Парад стал точкой отсчета очередной студенческой весны, которая обязательно подарит многим этим ребятам шанс заявить о себе и сделать первый шаг навстречу своему будущему. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербантон, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.